привет. Сегодня 4 мая 2024 года. Едем по Орловской объездной. Вот реку Цон только что проехали. Сейчас я сниму ролик проезда по Орловской объездной. А следующий ролик буду уж снимать. Поездка в Амценск. Если Бог даст, собираемся съездить в Амценск. Сел на переднее сиденье, чтобы этот ролик для вас записать. Здесь памятник сотрудникам НКВД, встретившим фашистов в 1941 году на подступах к Орлу. Я его снимал неоднократно. Цель этой видеосъемки — просто снять Орловскую дорогу объездную. Там вдали виднеется Мегагрин. Так, это дорога на Гать, на Вятский Посад, на Лаврово село. Такой ветреный, но вчера было похолоднее, сегодня потеплее, завтра будет еще теплее. Это у нас река Ока. Вот река Ока. Она течет оттуда к центру города, на нас, то есть. Там железнодорожная станция Рыбница, насколько я помню. Спасибо. Красивая природа. Налево поворот на озеро Светлая Жизнь, направо дорога Голубым озером. Туда поехать, Голубые озера. Мост такой огромный, железнодорожный. И балка Непрец. Непрецкая балка. То есть овраг. Очень длинная, там красивая природа. И когда-то там даже были тушканчики. Как написано на Википедии. Тушканчики или суслики. Тушканчики, по-моему. Вот удивительно, я ни разу в Орле тушканчика не видел. На Википедии так написано.
тут, кстати, я в 2010 году видел слепыша. Помнишь, мы тут слепыша видели, зубастого? То есть крота. Ну, такой, землеройку какую-то. Вот, по-моему, где-то там. Зубы, конечно, огромные. Написано вот здесь, на этом сайте. Какой сайт? Проза.ру. Но я это и в Википедии видел. Вот смотрите, тушканчик и слепыш, степные виды. Вот кто видел под орлом тушканчика, напишите в комментариях. Никогда не видел. Это что, правда, что ли? У нас под орлом слепыша видел, тушканчика никогда. Удивительно. 170 видов степных растений. Город Орел, Непрец. 4 вида ковыля. Тушканчик и слепыш. Не знаю вообще. Меня это слово тушканчик удивляет. Неужели у нас в Орле? Ну, может быть, когда-нибудь раньше, не знаю. Что-то я ни одного тушканчика никогда в жизни не видел и не слышал. Тушканчики были, да? Да. Мексиканский тушкан. О. Так, а это у нас куда дорога-то? Аласку видел? Нет. Аласка. Это, по-моему, дорога на Куликовку. Природа красивая. Тамбовское шоссе и Залегощинское шоссе. Залегощинское — это Андреабуш подальше. Дорога на Ливну 300 метров. Ливны, а дальше Тамбов, да? Да. Значит, это Тамбовское шоссе, Ливенское шоссе, а дальше Залегощинское шоссе. А Залегощ — это куда потом? Ефремов или куда? Да, мы ездили сюда. В
Ефремов через по Залегошинскому шоссе. Залежи, Шторовка, Верховье, Ливны. А вот, а Тамбовское шоссе, это вот Куликовка, да, вон туда. И что там дальше? Змеевка, да? Становой колодец, там, вот это Куликовка, там, Становой колодец. А, Куликовка, Пилатовка, Становой колодец, да, Знаменская. Надо, короче, карту изучать. И на велике особо далеко не отъезжал. А потом уже гостиница Керман кафе. Липецкая. А Ефремов это Липецкая область, да? Тульская. Тульская. А, это другой сторону. Ну, было Ефремов и в Орловской области, и Брянск был в Орловской области. Да, какой-то ручеек тут течет. Забыл, как называется. Может, какой-то тут ручеек течет. По-моему, в Аку впадает налево. Парк Андреапуш справа. Там должно быть хороший пляж в этом году. Его обустроили еще в том году. Ты новости, кажется, читал. Надо на этот пляж как-нибудь заехать, может. Объездной дороги проехали справа Андреапушский лесопарк. Ну, тут где-то мы выезжали, когда я катался на Выгонке, там ручей Журавленко, вот куда-то вот выезжал я вот на ту горку, по-моему. Короче, если вот, вот сейчас вот взять влево посадкам, то можно попасть на Выгонку, на Прокуровку. Да, вот здесь где-то я выезжал, вот тут через ручей Журавленко. Во-во-во, вот эта дорога, да. Вот тут мы выезжали, ехали на Андреапуш летом 21-го года. Выгонка, там Прокуровка влево, дом сад-огород, магазин, а вот в той стороне где-то Лепешкинское кладбище, микрорайон, в общем. То есть северный район. Хороший денек
сегодня для съемок. В следующем ролике, наверное, в Омсенск дорогу буду показывать. Так, а это что за водоем? Болотце какое-то. Приятная лужица. В общем, сейчас мы уже с Орловской объездной попадем. Потише. На трассу от Орла до Омсенска поедем. Дачи какие-то старенькие. Строительство домов под ключ. Такие домики мне нравятся, небольшие дачные. Небольшой такой домик летний. Вот. Указатель Хардикова, 1,5 Рябцева, Большая Рябцева, 0,8. Слева у нас остался северный район. Сейчас мы выйдем на трассу. Поедем в Омсенск. Смотрите следующий ролик. Направо это Омсенск, да? Нет, направо это какие-то деревни, непонятно. Омсенск где? Прямо. Прямо, да? А мы сейчас на краю зайдем. Да. На северный район зайдем. Ну, в общем, проехали мы по объездной дороге. Примерно от Знаменки до северного района. Карьер Щебень, Карпова. Нам надо заехать перед Омсенском на заправку. Вот указатель Орел. Направо Лунёва. А вам спасибо за просмотр. Если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона Мегафон 8-920-889-20. На услуги связи, звонки, смс, интернет. Благодарю всех, кто поддерживает мое творчество. В следующем видео покажу вам дорогу в Омсенск. От Орла до Омсенска буду снимать видео. Вот такие дела. Всего вам доброго, до свидания.